Приветствую всех на канале Виткритий, программа Hello Body. Мое имя Ибрагимова Наталья, я инструктор Адха-йоги, и сегодня мы с вами сделаем упражнение для укрепления рук. Так, поехали. Плечи, прорабатываем плечи, суставы в плечах, разминаем, назад проворачиваем, еще 5, 4, 3, 2, 1. Теперь вперед. Еще 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Теперь мы прорабатываем с вами локтевые суставы, разогребаем. Вперед. 1, 2, 3, 4, 5. Поменяли. Назад. 1, 2, 3, 4, 5. Растянулись между руками и прокручиваем разные стороны. Еще 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, встряхнули ручки и потянули. Тянем правую руку. Хорошо, вытягиваем ее в сторону. И еще. Теперь сгибаем локоть и левой рукой дотягиваем назад. Чувствуем, как растягивается наше плечо. Еще 5, держим. 4, 3, 2, 1. И поменяю руку. Прямая рука, тянем. Согнули в локте и дотягиваем назад. Растягиваем плечо. Еще 5, 4, 3, 2, 1. Отлично, встряхнули руки. А теперь опять растягиваемся, руки в разные стороны, и максимально напрягаем руки от кончиков пальцев до ключиц и делаем небольшие колебательные движения, как колибри, быстро-быстро и мелко. И машем. Еще. Терпим. Еще. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Фух, молодцы, встряхнули все напряжение вперед. Положили ручки на коленки, продышались чуть-чуть. Вдох, выдох, дышим животом. Выдох, еще раз вдох, выдох. Хорошо, и теперь уходим в планку, отстраиваем положение. Смотрим ладошки под плечами, ноги назад. Копчик в себя и стоим. 5, 4, 3, 2, 1. Уходим на правую руку, левая рука вверх, лицо к руке. Стоим. 5, 4, 3, 2, 1. Опускаемся вниз. Стоим. 5, 4, 3, 2, 1. Переходим на другую руку. Стоим. 5, 4, 3, 2, 1. Опускаемся вниз. Держимся. Еще стоим. 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. Из этого положения отдыхаем. Уходим в баласану, поза ребенка. Укладываем ягодицы на пятки и тянемся за пальчиками рук. Лоб на коврик, продышали немножко это положение, отдыхаем. Вдох, выдох, еще вдох, выдох, вдох, выдох. Отлично. Опять выходим в планку. Стоим. 5, 4, 3, 2, 1. И из этого положения уходим в нижнюю порку чатуранга. Опускаемся на локти, локти прижаты к корпусу. Стоим. Если же так тяжело, то можно опуститься на колени. Стоим. 5, 4, 3, 2, 1. Поднимаемся в верхнюю порку. 5, 4, 3, 2, 1. Вниз. 5, 4, 3, 2,
один супер. Легли на колени и потянулись опять. Ягодицы на пятки, вперед тянемся, баласана, отдыхаем. Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. Отлично. Переворачиваемся теперь на спину. Растянули себя между руками и ногами. Пяточками тянемся в одну сторону, пальчиками в другую. Потянулись хорошо и тоже продышали животом. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Теперь делаем столик. Руки, ноги поднимаем максимально. Ягодицы вверх. И стоим в таком положении. Держимся. Еще 5, 4, 3, 2, 1. Теперь кладем правую ногу на левое, сверху колено. Стоим. Таз выше. Еще выше. Держим. 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Поменяли ноги. Еще держимся. Таз выше. 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. И теперь садимся, не опуская таз, к рукам. Отлично, молодцы. Встряхнули руки. Теперь ручки через стороны подняли вверх. И потянулись к пальчикам ног в складочку. Дотягиваем себя. При этом живот тянется к бедрам. То есть мы сначала не лбом тянемся, а живот к бедрам максимально. И можно чуть-чуть присогнуть колени, чтобы уложить живот на бедра. Растягиваем себя все полностью тело свое. Подышали несколько секунд. Хорошо, медленно поднимаемся. Садимся со скрещенными ногами. Проработали руки, теперь мы их немножко растянем. Поднимаем правую руку вверх, замок. Левая рука снизу. И делаем замочек. Дышим в таком положении. Если такое положение доступно, и вы не чувствуете достаточную растяжку, то можно еще опуститься вниз на бедра. Тогда вы больше должны почувствовать, как растягиваются плечевые мышцы. Медленно поднимаемся и поменяли руки. Левая рука сверху, правая снизу. Взяли себя замочек сзади. Держимся. И опускаемся вниз. Хорошо, медленно поднимаемся. Встряхиваем ручки. И следующее упражнение для мелких капилляров наших рук. Мы просто делаем вибрационные движения кистями. Очень действенное упражнение. Прикрываем глаза, отпускаем наши руки и делаем как хотим. При этом мы чувствуем, как вибрация от кончиков пальцев доходит до плеча. Просто трясем руки. При таком упражнении открываются мелкие капилляры. Наша кожа становится пластичнее. Еще работаем. Машем руками. Подняли руки вверх. Вниз. Хорошо, отлично. Благодарю всех, что сделали со мной этот комплекс. Этот комплекс поможет укрепить ваши руки, и они никогда не будут уставать. Смотрите нас на канале Виткрытый.